желание освобождения очень легко здесь тоже запомнится. Если вы скажете, очень хочу достичь освобождения, невероятно хочу, просто вот думаю каждый день, каждый миг, вот бутерброд ем, и бутерброд в рот не лезет, вот, потому что освобождение так хочу, сильнее, чем есть даже. Если вы будете думать так и создадите мысли-конструкт освобождения, это не принесет вам настоящего освобождения, потому что это будет тоже желание плода для себя, эгоистичная форма мышления. Это будет такая эгоистичная мумукшутва. Но истинное желание освобождения – это желание быть Богом, желание быть в Боге. То есть истинное желание освобождения всегда должно направлять ваши мысли на Бога. Полная самоотдача, полная преданность, потому что никакого другого отдельного от Бога освобождения еще никто никогда не придумал, его нет. И очень часто встречаются духовные искатели, которые развили псевдо-мумукшутву, то есть псевдо-желание освобождения, но от ума, на основе каких-то прочитанных книг, прочитанных вещей, но как бы оно все мимо Бога. То есть вот я в центре этого я. Я вот хочу освобождение, мое освобождение, именно мое и именно я. Но я подразумевается именно личность, ограниченная личность. Я говорю, ну с таким успехом миллиарды лет вам гарантированы еще. Вы будете идти к своему именно освобождению. Почему? Потому что в природе его вообще нет такого освобождения. Его нет вообще в принципе. То есть освобождение всегда, оно в Боге, оно с Богом, через Бога, оно от Бога. Это полное тождество, полное единство. Вы никак не обойдете это. Это закон природы и ваша суть. Потому что вы сами Бог, и вы из него состоите. И вы не можете получить иное какое-то выдуманное освобождение. Это большое прозрение для души. Но если она, вот эта вот псевдо-мумукшутву, да, удивляется. Оказывается, она делает открытие, надо практиковать для Бога и освобождаться для Бога. А вначале она считала, что она для себя практикует. Большое шокирующее открытие. На самом деле для мудрой души это радостное открытие. Потому что Бог – это и великая свобода, и великая мудрость. Это не чужой. Вот самое надо понять. Бог – это не чужой. Душа думает, вот я, Бог – это там, это где-то далеко, это отдельно от меня. Вот мое, как говорят, своя рубашка ближе к телу, мне мое понятно. А для Бога чего я должен? Для Него все. И вот этот разрыв надо устранить. Вот я и Бог в адвайте, он устраняется. В адвайте Бог всегда персонализируется, он всегда личностный. Бог – это и есть ты. Вот это и есть ты. Джива – это Шива, утверждают Упанишады. И чем быстрее мы поймем, и вот эта дистанция начнет сокращаться, тем ближе мы будем к освобождению. Бог – это бесконечность внутри нас, не где-то. Это наша собственная бесконечность, это бесконечная мудрость. Сватантрия – бесконечная свобода. Нитьятва – это наша внутренняя вечность, независимость от времени. И поэтому страстное стремление к освобождению перерастает, естественно, в страстное стремление души всегда быть в Боге, быть с Богом. К самоотдаче, к самоузнаванию, к преданности, к постоянному созерцанию, к брахмавичаре.